Доброго ХПС, друзья! С вами снова я, Шусман! И мы продолжаем играть в Call of Duty. Наверное, вы соскучились по бравым американцам, блять, поэтому побочный ущерб. Октябрь. Мы в ахине. Немцы бьются за него как сумасшедшие. Союзники вошли в немецкий город в первый раз. Но не в последний. Да, только от штурма Берлина отказались, блять. Ветеран, Америка, неважно, что отказались. Мы думали, что, освободив Париж, станем на шаг ближе к дому. Но это было только начало. Теперь мы сражаемся в городе, в Ахене. Крауты вцепились в него мертвой хваткой, и неспроста. Мы пробиваемся через их западную границу. Дэвис сказал обыскивать все кварталы, все дома. «Прикончить их всех», — сказал он. Тернер и Пирсон на ножах с тех пор, как мы здесь. Война изменила нас всех. Похоже, понадобится больше средств. То, что я приказываю, и есть твое задание! Ого! Эй, прибавьте темп! Мы должны успеть до ночи! Эй, смотри, что я нашел. От твоей девушки. Я говорил, не трогать мои вещи. Ты что, даже не вскроешь его? Он же его не открыл. Какие проблемы? Боишься, что там прости-прощай? Видишь адрес? Стоит Дэниелс, а не Ред. Причина одна, но Дэниелсу. Как не обидно. Думаю, она тебя отшила. А может, это письмо Шрёдингера? Типа, пока не откроешь, она еще твоя? Ай, может, это письмо Шрёдингера? Что? Сгорел, что ли? Оставить трёп! В 7:30 атакуем Национальный театр. У каждого есть свой предел. Психану. У каждого. Так это или нет? Но если я хочу вернуться, я должен верить в твою любовь. Как глубоко, ведь он не захотел скрыть, чтобы не расстроиться. Что его хоть так будут сомнения терзать, пошел, а не пошел! То, что он узнает, что она его бросила. Ну ладно, неважно, блядь, мы тут убиваем людей. Да, на самом деле, вообще, вот эта сцена очень крутая. Давай, Дэниелс! Дэниелс! Я помогу! Не поднимай голову! Ракеты, не буду! Мы убиваем их, они все прут! Долго мы так площадь не удержим! Артиллерия уже в пути! Говорят, максимум 10 минут! Или 10 часов! Лейтенант, там срочно нужны танки! Танки прикрывают флангер! А ну-ка, напилитесь все! Дайте подумать! Сэр, нет времени думать! Так, Дэниел! Дуй с Айела за Пирсоном! Вызывайте танки! Живо! Ладно, пошли! Парни, а где фашисты-то? А, вижу. Ебать, откуда у меня базука? Так, блядь, не, нихуя тут не пройти, парни, тут без дыма не разойтись, блядь. Давай туда. Да ебать, смотри, как они накидывают. Парни, есть какие-нибудь снайперские винтовки или еще? А, они прямо тут! В смысле, там гансы, блядь. На, сука. Ебать, перестрелка как Brother in Arms. Блядь, ну прямо вот тут, там, я кончились аптечки, я не... Да пошел ты нахуй со своим телефоном, блядь. Ебать. Алло. Yes. This is dog. Dagwood White, 2-7, злодею. Мы под обстрелом. Запрашиваем немедленную поддержку на рубеже 2. Прием. Вас понял. Но ведь тогда мы откроем фланг. Ну и прием. Ладно, главное, шевелитесь уже. Принято. Выполняй. Прием. Нам тогда с фланга подойдут. Баки рвут нас на части. Отбой. Отбой. Ладно, ребята, идем к городскому театру. Поможем первому взводу. Позиция врага неизвестна. Переключаемся на радио и рации. Включаю радио. Рэпсон, ох, ебать, куда идем направо и срежем к театру. Вас понял. Выполняю, Берез. Абрамс, Пул, вы остаетесь здесь со вторым взводом. Открывайте фланг, пока мы не вернемся. Вас понял. Сделай, Берез. Как мы с автомата бахнут? Следите за окнами. Понял. Ладно, Рэпсон, пошли. Не, ну танки в городе, конечно, сомнительное удовольствие, я вам так скажу. Ну, блять, ладно, что поделать. Эй, вижу движение, справа! Ребята у театра столкнулись с тем же, что и мы. Выбиваем немцев с точки, но их возвращается больше. Сейчас мы на их земле. Дела. Совсем другой разговор. Если хотят море крови, мы им устроим. У них нет ни шанса.
Они так не считают. А Панцершреки! Да, все. Готов стрелять! Где это? Они были, я думаю, да, Панцершреки? Больше нету? Блин, я не вижу ходовую вообще. Слышу стрельбу! Они атакуют наших! Я вот всегда, когда вижу танки вражеские, перебегаю через улицу. Да, и с винтовок тоже по ним стреляю. Панцершрек долбит по нам спереди! Это не так! Пролетело мимо! Ебать, сколько их там? Все? Нет, танк-то урончика взял чуть-чуть себя. Будем откровенны. Где еще эти проклятые? Вот он, Гансик! Панцершрек спереди! Вверху! А почему мы так много впитываем? Нам надо добить пехоту, иначе мы подставимся! Какую пехоту? О чем речь? Расплечни их! Делов-то, блядь. О боже. Какая низкая сенса на этом проклятом танке. А еще он управляется сам собой. Где вы находитесь? Подходим! Пробиваем ситуацию западную планку! Прием! Мне кажется, он только что пулемет дамажил. Отбой! Рэпсон! Первый взвод под сильным обстрелом! Ладно, поторопимся! Меня реально глюкануло или только что пулемет Рэпсон, нас дамажил? Не так быстро! Я тебя не вижу! Я вижу собор! Мы почти там! Сейчас взорвется первый танк, очевидно. Его, говоришь, не так быстро, а он прёт. Панцер, справа, справа! Где? Я не вижу. Рэпсон! Огонь в танке! Люди! Всё, нет! Ебать, это что такое? Просто не машина! Наружу! Спалили! Нет, мы не пробьём этого панкера, в лоб! Там вход! Ах ты, блядь! Отходим! Не пробьём его в лоб! Что же у нас танки такие хуёвые, блядь? Опа! Отлично! Бля, мы быстроходнее, да? Только сенса низкая! Он выцеливает нас! Нам пиздец, блядь! А этот вскочил! Конечно, разобьют, блядь! У меня сенса, нахуй, 2.0, блядь! Надеюсь, нахуй, 0.2! Я не могу, блядь, просто, сука, крутить этой ебучей пушкой, блядь! Нет визуального контакта! Ищи врага! Блять, как... Танк, слева! Какая у нас медленная башня! Это просто катастрофа, блядь! Он уебал от нас? Сишь, чувак, а вы там чё, блядь? Да, блядь, поворачивайся! Ебучее говно, блядь! Танк, подбей! Рэпсон, отбей! Пиздец, блядь! Рэпсон, слышишь меня? Да сгорели, пацаны, все. Боже, Рэпсон, прости. Попытаемся! Танк! Вымоните его! Нам надо ударить в бобу! Блядь, бежим-ка нахуй. У нас тут еще один панцер! Пизда нам. У нас тут пизда. Боже! Блядь, я не понимаю... Он ведет нас! Почему американские танки не любят, блядь? Если их охуенно... Да! Так его! Назад! Уничтожить танки! Да! В лоб не пробьют броню! Зайди ему в бок! Их два, что ли? Есть! Попадание! Север бьет по нам! Так мне пиздец, все! Я приплыл, нахуй! Мы под прицелом! А, мы просто съебемся сейчас! По-быстрому, блядь! Он выцеливает нас! Немецкий танк! По попцом! Попцом просто, принимаем урон, как бультерьер. Бультерьер в случае опасности всегда поворачиваются попкой. Не попадайте на прицел! Тигр бьет! А, блядь! Не вижу противника, ищем его! Ага, сукины дети, вот дома пиздец. Аккуратненько. Где? Не вижу никого. Да, нормально все. Танк слева от нас! Блять, крутись, говно! А туда и дорога, блядь. Конечно, лег мимо, нахуй, с такой скоростью поворота башни, блядь. Та ебаный ты по голове. Танк уничтожен! А второй-то где? Нам надо разобраться с тигром! Нельзя уходить, пока не добьем последний танк! Танк справа от нас!
Бля, да ладно. Ай, блядь! Прямо в лицо. Ну тогда рип получается. И он сейчас сюда завернет. 50 на 50 шансов. Не вижу противника. Нам повезло. Да, блядь, крутись! Вражеский танк подбит! Пиздец. Ладно, освободим фрица от мучений. Я тут где-то за этим холмом. Дэквуд Уайт 2-7, злодею! Мы долго не продержимся! Злодей, Дэквуд Уайт 2-7. Рэпсон убит. Остались мы. Скоро будем у вас. Настолько все медленно. Это, походу, делалось для стика. Это реально, на секундочку я сделаю, вот буквально, вот секундное отступление. Это, походу, это миссия танка изначально, они не планировали ее на плаву мышь вообще. Просто не планировали. Она чувствуется, что она стиковая. На геймпад. Ебать. Парни, вы решили совершить суицид? Чиню все, что могу, меня типа ремонтировали. Но паков больше нет. Это театр! Похоже, взвод Федора в дерьме! Нас тут не будет! Он уничтожит! Что ж тебе этот панцирь? Начнем-ка на побудуре без панцира. Да давай почину! Вражеский танк подбит! Вражеская техника! Уничтожи! Это легкая техника. Пехотный панцирфэк! Твой дом впереди! Они отходят! Дали мы! Почти закончили! Добейте оставшихся! Ну тут кажется все. Добейте оставшихся. Ах ты, блядь! Видели, как ракета неуправляемо закрутилась еще в другую сторону? Вверх улетает куда-то. Ебать, пацанам, боже мой. Грустно, наверное, когда ракеты так улетают. Пулеметы дали какой точку? Нажимаю на Ешку, походу сам на... А, пулемет сам наводится на фрицев, блядь. Смотри, мне главное просто... просто навести примерно прицел. Ничего не вижу. Похоже, все чисто. Не, ну самонаводящийся пулемет это круто. Готово. Дэгвуд Уайт 2-7. Это злодей. Площадь зачищена. Конец связи. Конец. Спасибо за помощь, сэр. Дэгвуд Уайт, отбой. Ладно, Берез будет удерживать позицию у театра, чтобы прикрыть наш фланг. К отелю Алендорф пробиваемся без танковой поддержки. Пошли! Ладно, действуем. А можно ли такой же Томпсон с охуенно крутым магазином? Нацисты давно используют отель как свой штаб. Нам надо захватить его. Было бы проще. Бля, сейчас сразу так быстро все стало. Берез должен удержать эту позицию. Не то, что мы до этого. Мы на три атаки рядовой. Окей. Будешь мне фрицев показывать? Что это? Коряк. Давай, бля. Внимание! Проверьте окна. Враги могут быть в витринах. Что-то не так. Слишком тихо. Просто глядим в оба. Спокойно. Держитесь укрытие. Чё, парни, у вас тут закипиш? Пулемёт! Уходите с улицы! Кутузов? Прорываемся вперёд и ищем наши! Так, я понял. Тут лазер. Ай, блядь. Дым кидаешь? Смотри, а почему надо мне дать дым? Спокойствие! Он жив? Магазин о, справа! Дружок, все будет чего, нормально! Блядь? Усилить натиск! Я так понимаю, его вот сюда, а потом... Держись, дружище! Он нихуя не видит. Блядь, нихуя себе, это хищник. Он видит через дым. Засад. А, слышу. Здорово, ну, чурак. Ожидайте, блядь. Все, отдыхаем. Ну да, патронов не хватает. Чего у ганцев было? Это что? О, это моя любимая хуйня. В мультиплеере, в смысле. Да. Она так ебошит, просто ужас. Ай! Вы извините, я просто болею. Назад! Лучше я сам отойду немножко назад. Пацаны контуженные сваливают. ППШ-ха. А я могу вернуться назад за патронами?
Понять не могу. Оно вроде патронов и так много. Отдыхай, блин. Ты не успел ее? Не успел. Мне не надо. Порядок. Будьте начеку. Вот он, ребята. Давайте мне. Что там? Лейтенант, патроны. Патроны. Я про тебя не забыл. Бросаю гранату. Аела, дай-ка дымовую шашку. Давайте. Шусман. Бросай. Пока цели поедут. Лови. Что у меня по гранатам? Дай-ка мне дымовых. Кидай сюда. Вот, держи. Боевые-то у меня есть. Что, идем дальше, команда? Опа, а там, кажется, я в бинокль решил позырить. Здесь очень тихо, но это скорее плохой знак. Дэниел, что видишь? Небо чистое. ФПС. Вижу слабый ФПС. Что ты высматриваешь? На что ты уставился, рядовой? Я смотрю на отель. На балконе никого. Солдат вообще нигде не видно. Наверное, засели внутри, укрепляют оборону. Они сделали ставку на это место. Значит, сможем подобраться без особых проблем. Но когда ударим по отелю, лучше быть готовыми ко всему. Сначала жилое здание. Там может быть полно краутов. Зачистим, обезопасим тылы, потом к отелю. Стройся! Дэниел, Сусман, вперед! Пошли! Дэниел Шусман — это одно и то же имя. Это я и я. Осторожно! В квартирах может быть полно врагов. Или везде, в обоих кварталах. А может, ты мне просто волхаков покажешь? Да, проверим. Покажите мне, Кэп. Мне кажется, ППШ отлично. Все чисто! Вперед! Будьте начеку! Опять что ли? Дэниел, нам нужен гранатомет! Берегись обратного удара! Ганса! Ничего не вижу! Ах ты, блядь! Кто-нибудь понимает вообще, что там? Защищай! Я должен защищать фрицев? Нахуй мне их защищать? Я их должен убивать. Покажи мне. Где они, Кэп? Кэп! Найдите их! Больно, блядь. Блядь, вот он меня видит, а я его не очень. Чуть не сдох, нахуй. Чуть наплюха и все. Ёбаная максимальная, сука, сложность. Пошел в жопу. На северо-востоке. Может выйти? Ай, вот он, Ганс, ёпта, а как он здесь оказался? Готов! Собираемся здесь! Роджерс, вперед! И зачисти следующую комнату! Аптечку мне нужно. Что это, ракеты? Дымовые еще есть! А, дымовухи. Надо продираться внутрь! Стал, стесты? Проход! Не знаю, пролезу. Стал же обычно давал. Не стоило налегать на тушенку. Это Айова. Как смешно. Дэниелс, пошел. У нас целый отряд здесь. Куча. Блять, пошел. Бросаю граната. Гранату! Граната ушла. А тут уже Ганс. Нет, тут наш. Прошу, помогите! Ты как? Спасибо. Теперь я в норме. Крал, ты везде. О, вот это меня залили только что. Ковер. На, ваншот. Скорее всего, скоряка еще и въебало. Заслуженно. Кидаю гранату! Бля! Отвали от него! Только поздно! Крал, и вторую пушку! Оба, погнал! Зачистка продолжается, суки! Потерпите. Ебать, что это вообще? Как это? Что за выстрел, нахуй? Что это за пушка, блядь, возмездие? Бросаю гранату! Бля! Бля, он выживет? Наш... Потом мы не выживем. В любых раскладах. Слепую хуярит ты на его. Что это за оружие возмездия? Сейчас граната полетит, надо, блядь, скинуть ее назад. Вы видите эту жесть? Вы видите эту жесть? Дай мне нахуй. Что это, блядь? Дай мне ее сюда. Ну-ка, блядь, кто хочет. Сука, блядь, папочки. Здрасте. Они умирают с одного. Бля. Нахуй тогда оно надо, если мы так не убиваем. Граната!
Пошел в пизду, блядь. Патроны. Не убивай, пожалуйста, с патронов. Ты живой, блядь. Шок-контент. У них у всех эти помпари, блядь, смотри. Шайса. Не-не-не, я не пойду. Я не пойду. Патроны где? У кого? Давай, Серж. Бля, Серж! Бросаю гранату! Это реально открытая какая-то хуйня начинается. Живой кто-нибудь из вас? Вот этот, блядь, пидор еще живой, видите? Идите нахуй просто со своими, блядь, уронами, блядь. Нормально, достаточно всем. Еще может кому-то передать, блядь. Держите мой сержант своими патронами, блядь. Он уже пошел нахуй отсюда. Сэр, мне нужны патроны. Кидай, блядь. Бежили, давай. Пес. А я выжил? Не похоже, блядь, босс. Заблочили все проходы для нормальной стрельбы. Он в лицо получил, видели, блядь, у него лицо окровавлено, но он жив. Пошел нахуй со своим пистоликом. Аптечку мне, Шусман, бегом. Сюда. Тебя ты кинул. С подкруточкой. У них у всех эти охотничьи ружья? Это какие-то особые фрицы, видите, у них у всех эти ганы. Которые им не наносят урона, но при этом они вышибают с него как надо. Пиздец. Грузовик перекрыл нам дорогу. Оттолкаем. Пойду возьму патронов. Остальные толкаем. Так точно. Кого? Грузовик? Ну ладно. Денис, дайте. Нужна помощь. Да я вижу. Вот же сука! Вы набрали порядок. Немного бензина есть. Аккумулятор живой. Надо будет выбираться. Думаю, я смогу его завести. Ну и отлично. Студент. Ладно, двинули. Значит, уезжаем на нем. Захватить готовьте, отель. Парень. Дэниелс, еще одна стена. Пробивай. Несем все стены. Дэниелс, вы я погнал. Надо зачистить ход. Тусло, направо. Налево, налево со мной. Снайл, Пирсона, второй этаж. А я куда, парни, я? А я снайпер с СВТ, ебать. Ну-ка, давай, блядь. Это уже самозарядная винтовка Смешение. Токарева, блядь, нет? Или я неправильно? Ну то, что Токарева. И то, что винтовка, я не сомневаюсь. Бать, она шлепает. Одни каски летят. Блин, этих фрицев берут только хедшоты. Торсы мне интересно. Патроны кто мне даст? Блять, я почти накопил на патроны. Бля, она мне так нравится. О, патры. Накинь. Патронов, сэр. Сэр. Оп, ништяк. Боже, как же им приятно-то, блядь. Ой, блядь. Нихуя себе, что? Готовьтесь, парни. О-о-о. Еще одна стена. Пробивай. Да. Надо зачистить мост! Тупо, направо! Аела, налево со мной! Ставим, Симпсоном, второй этаж! Есть! Они заняли оборону, что они лестницы! Да, они, блядь, умрут сейчас. Пулеметы на лестнице! Надеюсь, лишний панзерши. Атакует флага! Прямо по курсу! Блин, ганцев тут достаточно. Бля, не могу попасть этому чуваку в ебало. Оп! Полетела касочка. Пускай развлекаются. А как там по патронам? Мне скоро дадут? Бля, вот что это залетает? А, это там залетает. Ай, блядь, вот я так и оделся в прошлый раз. Сэр? Сэр, патроны! Лейтенант, нужны патроны! Бля, Шусман не даст мне аптечек сейчас никаких. Значит, а я сейчас получу шот и все, пиздец мне. Где тут хилочки есть? Бля, я думал, он будет хуяриться. Это мне говорят определенно. Это чувак, смотрите, как простреливается нахуй. О, вот так и сиди, блядь, не вставай, понял? Собака, блядь, сейчас мы будем нахуй работать. Ай, блядь.
О, так, аккуратненько. О, попался, блядь, еще один. Мы либо сейчас на хилочку сами нафармим, либо аккуратно хилочку вот такую найдем. О, боже, не убивайте меня! Ай, блядь. Вот разве сейчас не в лицо было, не? Катитесь нахуй, пожалуйста, блядь, вы живите мне плохо. О, М30 люфтваффе. Подойдет, блядь. Зусман, нет, не уходи, пожалуйста. А? Дай. Бросаю. Ой, ебать, я уже поймал. Я ее прямо в рот такой заглотнул без руки. Нам надо зачистить подвал. За мной. Не, ну теперь-то я готов, бля. Держитесь рядом. Давай, Тернер, я пойду. Там, наверное, какой-то прикол. Дверь. Свет. Палево ноль. Мы идем. Дети. Там дети. Похоже, ребенок. У кого-нибудь есть шоколадка? Да, сэр. Хуя себе, чем шоколадкой дарить будем? Ты, наверное, голодна. На, возьми. Что-то сейчас будет какая-то подстава. Нормально, нормально. Мы вас не обидим. Не обидим. Мэрика! Нет еды. Моя сестра... Пожалуйста, помогите. Нет, нет, подкрепление краутов будет здесь минуты на минуту. Нам некогда нянчиться с гражданскими. Ну вы же американцы. Сэр, взгляните сюда. А, великолепно. Черт. Возьмем тот грузовик в паре сотен ярдов, пригоним его сюда и всех вывезем. При всем уважении, наша задача захватить отель. Я не говорю по-немецки. Знаешь немецкий? И какого черта ты об этом молчал? Такого. Ладно, мы забираем этих людей. Дэниелс, Айелла, берите грузовик, встречаемся у западного крыла отеля. Шевелитесь. Интересно, что еще вы скрываете, Герц Усман? Будьте снисходительны. Не в этой жизни, рядовой. Не в этой жизни. Остались только мы с тобой, Дэниелс. Бля, СВТ. Что же Усман не сказал, что знает язык краудов? Он полунемец, полуеврей. Не хотел, чтобы кто-то знал о его родстве с фрицами. У нас у всех есть что-то, о чем мы не хотим говорить. Ну, он же их убивает, какая разница. Ну, естественно, он и стоит на другой идеологической стороне, так что неважно его происхождение совершенно. Ладно, дело не в этом. Дело в том, что сейчас мы, судя по всему, будем вывозить гражданских на грузовике, блядь. А немцы будут по нам стрелять. Ха-ха-ха. Че делать-то? Грузовик, пошли! Пойдем. Че, подогнать надо или что? А кто с рулем? Чур я. Надо завести эту крошку. Бля, Ела поведет, я буду сзади отстреливаться. Бля, тогда мне знаете, что понадобится? Тут где-то была малютка, которая мне нужна. Ай-яй. Бля, ладно. Во. Вот именно это мне, я не... Заводи его! Что ты хочешь, чтобы я разъебал на эту песню? Да та же, блядь. Разрушаемость Call of Duty? Блять, кажется, я проиграл битву панцершреков только что. Как битва бастардов. Заводи его! Саш, я, пожалуй, знаете, просто постреляю. Мне так удобнее. Блять, а мы так сидим охуенно. О, уже интересно. О, блять, держись. Какие нахуй БТРы, блядь? Блядь! Надо потерпеть, у меня не заряжено. На! Хватит, блядь. 11? А, понял.
вопрос снят, надеюсь? Атака прекратилась! Похоже, они отступают! Так быстро? Есть! Завёлся! Вот отсюда надо. Поехали, ребята! А с гражданскими что, не едем, да? Ты его завёл! Спасибо, что прикрыл! Думаю, они перестраиваются на северной стороне! Надо предупредить вот отряд! Тоже. Надо поскорее вывести гражданских! Да! Или окопаться! Рискованно! Могут попасть под перекрестный огонь! Поздно волноваться! Вперед, вперед! Пирсон прав, Дэниелс! Нам некогда думать об этих людях! Это гражданские! Им нужна помощь! Давай нас скользь и остановись на улице! Есть, сержант! Ладно, вывозим гражданских! Лучше бы снизу с крыши хотя бы это сделали. Вперед! 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 Америка вывозит немцев! Из-под немцев! Она? Погоди, ты куда? Мама, дочка! Что она говорит? Думает, что ее сестра вернулась в подвал. Значит, там она и останется. Надо вывозить людей. Идем. Лейтенант, я пойду. Я схожу. Не разрешаю! У тебя две минуты. Я с тобой. Нет, только Дэниел. Слишком опасно. Все, кто остаются здесь, прикрывают. Да, сэр. Возвращайся мигом. Так точно. Блять, мы больше разговариваем. Блять, панцер, конечно, бы избавиться от него. А там уже крауты. Черт! Ну, здорово, блять. Ах ты, блять. Ах ты. Шустман. Сейчас Шустман придет, не поможет. Опа. Что такое, сынок, блять? Пушки узнаешь? О, блять. О, как... Минус я на парыще, блядь. Мышка медленная, пиздец. Хватит меня бить. Ну хватит, пожалуйста. Не бей. Ну, вот так можно. Ах ты, блядь. Там еще второй крауд. Ах ты, блядь. И еще раз. Я буду везде вперед нажимать. И еще 20-30. Ох, ебать. Мама, я ранен? Блять, у меня панцершек еще был. Черт! Анна. Надо найти Анну. Я знаю, где она. Нет. Анна, ты где? Она вот здесь. Эй, привет! Пойдем к твоей сестре. Сюда. Видите, как я читаю эту игру? А сзади фриц уже. Нет? Ладно. А, да. Все хорошо. Опа! Привет. Стой, не стреляй! Попали в плен. Ну хотя бы он стрелять начал, а то это был бы вообще шок-контент. Все хорошо. Я о тебе позабочусь. О, слава богу, пошел в другую сторону. Ох, ебать, а ты не развернешься сейчас, дед? Нам бы за ним, наверное, да? Они там встретились, этот чувак еще тут стоит? О, он пошел вперед, замечательно. Почти выбрались. Ах, не бойся. Же... Нихуя себе так это сказал, блядь, в полголоса. Не бойся. Побежали. Черт, черт. Мишка. Пиздец нам. Мишку спалят сейчас. Не спалят, сейчас заберем, да заберем, блядь. Мы спасаем немецкую девочку от ее же солдат. От солдат ее же страны, от ебучих нацистов. Тише.
Ты что, в глаза долбишься? Яволь! Яволь! Гаспар? Ты молодец. Мы почти выбрались. Мишку зовут Гаспар. Побудь, пожалуйста, смелый еще немножко. Там, наверное, уже такой хуяривый идет у них. Не волнуйся. Не парься, сиди. Куда они все лезут? Здорово, парни. Надо двигаться дальше. Там стрельба. Я рискованно. Просто глянул. Вот, ох, блядь. Ну, здрасте. О, я ожидал, здесь когда же... Здесь никак не пройти. Слушай, тут можно. Ох, блядь. А, ну, хорош, парни. Ох, ты ж, блядь. Я с тобой, Ан! Ты ж, блядь! Мы почти пришли! Здорово, парни! Надо скорее выбираться отсюда! Неси ее к грузовику, мы прикроем! Сейчас взорвется. Вот если грузовик взорвется, вот это будет, конечно, драма, блядь. Я бы взорвал. Если бы я эту игру задумывал по сценарию, я бы взорвал грузовик сейчас. Но не сейчас, когда все там, кроме меня и девочки. Отсюда они доберутся сами, идем! Мы их сопровождаем и точка! Пирсон прав, если пойдем с ними, их могут начать обстреливать. Это слишком опасно. Давай, Цусман, зачищаем улицу! Затем вывозим их, понятно? Понимаю, сэр, я подумал, что без нас будет безопаснее. А да, если мы позволим немцам вернуть себе отель, все, кто здесь пойдут, будут в опасности. Это не Касарин! Превосходство у нас! Сажайте в грузовик! Это твоя затея. Занять позицию! Собаки! Зачистить Догиса! Меня, блядь. Где собаки, блядь? Где? Меня собака съела через ящик или я просто словил пулю? Угу. Очень мало... Блядь, фрицев много, а патронов мало. Еще одна собака идет на пиздец. Пирсон я не интересен, он, наверное, антисобачной мазью помазал, блядь. Ебать! Вот это Suicide Squad атак, блядь! Дать мне, гораздо... Блядь, блин, вот пизди. Просто кончите его. И второго тоже. Оп, сейчас ёбнет. Бам! О, моя СВТ-шка. Вместо ебучего Гранда. Все чисто. А, все? Не очень. Все на месте. У него патроны. Кто из них водит грузовик? Бля, стоило, наверное, взять Панзершек с собой. Kann jemand einen Laster fahren? Wie in einem Breckenhagen. Ja, ich kann fahren. Поехали. Берегись! А там ребята живые внутри? Грузовик подбили! Нет, не живые. Она умерла. Вперед! Живо! Ты что творишь? Выполняю приказы, все назад в отель! Марш, марш, марш! Эй, мы не можем ей помочь. Мы взяли Ахен, открыли западный коридор к Рейну, но пропасть между Тёрнером и Пирсоном лишь увеличилась. И на кону оказались не только наши жизни. Ладно, парни, я бы взорвал грузовик, тогда бы это было вообще драма. Но anyway, было круто, я считаю. Игра похожа на какой-то фильм, такой экшонистый, и мало чего вообще имеющий с реальности, но интересный. Доброго всем FPS, спасибо, что были со мной, с вами был Яшус, America, fuck yeah! Всем пока.